Чего? И попугаем, короче. Всем привет, да, друзья! Вторая серия в сетевой. Чё с тем? Динамика определенно увеличилась. Попугаем. Каким попугаем? Ты чё не слышишь? Испугаем, Германия. Попугаем. Блять, каким попугаем? Карамель, сейчас там закатлить могут. Это тяжелые тролли. Вообще уроды. Там Ханчжоу пустой, без дивизий. Боже, да, да. Выводи флот и поплыли в Гамбург, Тима. В Гамбург. А теперь можно отплыть на север. Это где? А. Так, да, прошлую серию мы практически всю побыли в блоке Рейха, а сейчас мы уделим внимание вот этой вот стороне. Советский Союз, который обороняет Китай от агрессивной немецко-японской группировки. Не, у флота есть надежность точно, он не будет там что-то теряться. Нет, 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 это так не работает. Флот что-то был и потерялся. Не круто. На самом деле, с флотом как-то слишком нереалистично, вот так вот, если ты... У тебя его нет стартом, ты его не построишь. Такс, ну что ж. Дело в Европе. Там, да, в Вики тоже я так подумал. Ну, Crusader Kings там особая схема, про нее не будем. Витя? Начинай играть в нормальные игры. Вить, плюсую, хватит это терпеть. Вот, Титан Квест как бы неплохо, неплохо, как бы начало положено. Давай там переходим, что-нибудь более нормальное, адекватное. Я даже боюсь представить, что же это такое нормальное и адекватное. Prime World, Витя. Они хотят большим. Слушай, вот если советует фал, сразу шли его далеко. А, Витя, есть замечательная игра, Виктория 2, допустим. Вот, замечательная игра. Я бы посмотрел. Виктория 2, вы издеваетесь? Да. 100-500 только под парадоксом. Дайте Рюкю, захвачу мир и все. Ты никогда не захватишь мир. Я хочу снова, чтобы ты видосики записывал по Медиву 2. Они были шикарные. Это тоже нафиг, это уже говно устаревшее. Вот. Второй Вархаммер выходит. Lord of the Rings был неплох. Тоже неплохо. Витя, можно поиграть в сетевую кампанию Вархаммера? Вот, тоже вариант. Это да, кстати. Это человека, это такое... Да, ну вот Дима сыт со мной играет. Да, конечно, ты там убегал от меня постоянно. Да ну, почему это? А за кого же вы там играете? Я Хаос, Дима Империя. А, тогда понятно, почему ему не интересно после сотого такого, да. В смысле? Мне, честно, не совсем понятно, не тебе объяснить. Ну ты представь, что такое Хаос и его пехота Убер, и что такое Империя, которая бежит... Ну, артиллерия, да, доставляет. Я слышал, так это я убегал. У меня просто там 3 армии, я тактично пытался его окружить, но он просто на марше взял его. Я взял его, убежал. А перед этим он сжег 2 моих города, блядь. Враги надолго это запомнят. И в этом проблема Империи. Ей убегать некуда, у нее родные земли. А Хаосу пофиг, он везде может остановиться. Да, понимаешь, я просто так взял, знаешь, так в наглую прибежал, так бум-бум. Просто я совершил одну ошибку. Мне нужно было город один брать ручками, не автобоем. А то я взял ручками его, и там, короче, пол армии осталось в этом городе так. В качестве горы мяса. Трофей? Ну не, не трофей, там, в смысле, ну просто не погибли время авторасчета, и все, и стало грустно. Там пол армии легло, я потом второй раз грабил и понял, что тут что-то сейчас все будет плохо, и начал убегать. Убегаю, тут раз армия из тумана, вторая армия из тумана и третья армия из тумана. Мне не хватило где-то 20% хода, это просто жесть. А я прежде чем туда еще идти, там у Хаоса есть эхо, короче, на... Ну, на, короче, на, ну, на скол... Господи, дальность передвижения стратегической карты там. В предпоследнем, так сказать, столбике. Вот я ее изучил и только тогда пошел. Еще у меня у там правителя тоже был парень. На эту тему. Короче, весело так получилось. Дима был доволен мной. Да, тут если еще поставить мод на
дальность какой-то передвижения увеличенную что за бред мне на родной земле, а то им было бы вообще весело. Прямо сейчас. Вы играете. Нет. Записываешь, правильно? Да. У тебя не звучит сабатон. А, да. Точно. Это минус. Потому что сабатончик... Хотя, в принципе, я не особо к нему и привыкал, потому что практически я думаю, только две партии было, где я услышал. Потому что, ну, там... И два видео. Рамиль, а вообще зачем ты сейчас их повел на север? Давай лучше на юг и просто там всех поубиваем на югах. Все партии возьмем. Я взял наглый перебил Диму. Не, я просто говорю про войну, это важнее. Ну, хотя да. Действительно, стоит попробовать. Дима, смотри, там ребят мало. Же пустыня, видишь? Можно еще меньше войск там держать теперь. Ну это я знаю, да, непроходимая область, все дела. Ну просто вот, скажем, Эфиопия, да, по границе, допустим, я могу поставить порты прикрыть, чтобы снабжение шло, и ну, это уже вот тяжко будет. В Каире, просто в Каире и Александрийство, и все. Там бесполезно. Ну что ты там будешь дефать? 2000 населения в восточной пустыне? Или... Ценные берберские ресурсы. Да, Юар, есть смысл дефать. Ну там он... Забери его людей и все. И не нужно... Дима, не миллиона живет. Дима, да тихо, ну, пожалуйста, пожалуйста. Дима, походу придется тебе все-таки поддерживать у меня демократов. Потому что все плохо. Кстати, Дима, все плохо, у меня только что вылетел ивент. И, короче, там не было выбора, типа просто вот на мне поставили перед фактом, у меня поднялось коммунизм и отняли два наследства. Короче, все плохо, Дим. Да. У нас еще одна кавалерия, кажется. Это у нас у Франции такое. И еще одна. Еще 34. Где? Ты еще можешь вроде. А, честно, отступаю. Я еще не перекатился, Дима. Угу. Сначала перекатился. Да, что? Как сможешь, сразу кидай поддержку. В Финляндии я уже закинул. Буду намного позже все это делать. Ну окей, окей, как сможешь, это... Главное напомни, что я могу забыть. Угу, кстати, вот этого, подождите, про Францию есть идея. Садок, сможешь кинуть ему, а тот, а Дима ты просто не принимай. Когда он перекатится, ты в тот момент принешь. Я не могу ему сейчас кинуть, потому что даже кинуть ему напряженности нет. Камиль, сейчас там кавалерия убежит в Гуанчжоу. Из Гуанчжоу. Где? Ну там и что? Она уходит? Да, она сейчас... А, нет, не ушла. Все отменить. Слишком медленно. Зачаровывать японцев. Да, да, очень медленно. Ну японец один, как бы тут тоже можно понять. Да, тут ну, надо. Да, возможно. Ему очень сложно. Все делает грамотно и правильно. Прям лысый красавчик. Помнит там в июне. Красавчик. Я понял, на югах выбили, да? Да. Бедные японские лошадки. Так, давайте залетим в другой блок. Подожди, у тебя есть какие-то фокусы на этой фигне? У меня только один бонус на арту и все. А где он? Ах, там после маневров. Модернизация артиллерии. Один. Я правила посмотрел, там вроде нет про камикадзе. Да вон, правило 12 что ли. Там вроде 100 камикадзе разрешены, нет? Нет, запрещено использование камикадзе всем странам. Ну это, конечно, бред. Японии камикадзе запрещено. Во имя баланса. Так, а, подождите, вы те правила смотрите или нет? Да, да, те новые. Да ребята раз, смотрят правила, это хорошо. Да, его увидел. Может, вы там что-то переписали? В списке обузов 10 пункт, посмотрите. А, да. А ПТО кто-нибудь у нас брать будет? Ну, типа я взял. У немца, да. На Рейхе есть первое ПТО, можете взять лицензию. Вы потом не забывайте эти лицензии отменять, когда исследуете. Я фабрика? Фабрика. Понятно. Это да. Попозже возьму. Не забывайте. Я тоже потом.
Я, может, даже брать не буду, посмотрю. Что-то я сейчас наслушаюсь этих немецких гнев. Не-е-е, Макс, станет по любому надо. Чего, ПТО? Не, ну ПТО я могу изучить в любом случае. Там просто дохуя зависит фанговый. Да? Откуда я инфан от Тёмы, который получил инфу от карамельки. Хех. И Фала. Которые не знали, что Тёма должен был со мной сидеть. Добровольцами во Франции? Может, это дезинфа? Навряд ли. Потому что Фал сказал, а потом карамелька такой пришел. Блять, Тёма, просто сними там и все такое. Угу. Типа что, они пойдут целиком полностью в танки, что ли? Да не целиком, но там будет сколько? 20 танков. Ударный кулак? Ну да. Мне уже не хватает ресурсов. Не знаю, я буду от бомбёжки промку качать. Я просто немножко менял. Не надо. На что нам? Ну смотри, я добавил две ПТОшки. Макс, а кто тебя бомбить будет? Два заводика на ПТОшки. А, Кипр. Слушай, все-таки мне говори, что коммуникация какая-то была. А, ну хорошо. Я уже проходил через это, мне не понравилось. Вот это. Не, ну я, видишь, я делаю все правильно, в принципе, грамотно. Не так, а типа, заклеймил там кучу стран, вообще непонятно зачем, непонятно как. Ну, Декос тоже, в общем, хорошо играет, но в итоге у нас получилось не очень хорошо. Да. Все из-за Декоза. Все из-за того, что не договорились. Так, кто-то опять перезаходит? Я думал, авиация все. Ну ладно. Взял Балканы. Кто-то остается. 20 гранатострелков немецких похоронил в Турции. Французская коммуна, что? 24. Почему? А если они сейчас не вступили бы, то это они потом не вступили вообще. Еще ты. Нет, я про то, что нас единство у них теперь 23%. Я думал, демократы будут оставаться. Я все помню, Макс. Да они все равно не повторят. А еще итальянский флот слил. Да нет, там, кстати. Слышишь, японец, ты тормози там наступление немножко. Давай попытаемся. Зачем? Не хочу. Чтоб напрягу столько не давать мозгов раньше. Чтоб раньше напрягу не давать просто. Так, у нас опять кто-то стоит или я отстаю? Ты отстаёшь. Никто не отстаёт. Так, я, наверное, отстаю. Интернет мой, бум моя. Остался Чунцин. Нам не нужно спешить капать Китай, иначе бот 50 напряги, они снимут. Кто-то зовет. Да это бот. Это бот меня зовет. Покем. Я пошел. Бессмысленный и беспощадный. Channel switched. Так, а теперь второй блок. Танкерейха рядом. Не дают Советскому Союзу дивизий хорошо котлить. Я выведу там. Зачем? Затем, что это уже почти котел был. И с другой стороны посмотри. Какой другой стороны? Там два танка рейха рядом, у тебя бы ничего не вышло. Посмотри, куда рейх уже едет. Он же не слепой. Ну, тут, конечно, можно поспорить. Но... Вы там за Китай воюете? Да. А ты что хотел, Фал, раскотлить остатки китайцев, что ли? Я хотел поехать с другой стороны, чтобы в итоге эта дивизия одна, которая там сейчас японская стоит, чтобы она в окружение попала. Угу. Ты видишь, что японец отступил в тот же момент, да, когда уехали, да. Она там была одна. Было бы то же самое. Он бы либо отступил бы, либо я его закотлил бы, либо он отступил бы из этой провинции. Разницы никакой не было бы. Ну, только ты рисковал тем, что закотлишься сам. Ну, ладно, пофиг. Он атакует через пролив, господи, одну конную дивизию внизу с неполной организацией. Я этого не делаю. Я просто проверил, можно ли там проатаковать. Очевидно, нельзя. Пау, не кипишуй. Все в жизни хорошо. Переживай. Как ему, наверное, тяжело. Так, сейчас можно будет промку как раз брать.
Быстро мы добрались до ноября 1936-го. Ну и скорость хорошая, несмотря на военные Китая действия. В столице Китая въезжает японец на машинке. И столица Китая, конечно же, пустая. И посмотрим, как нет Китая или нет. Не-не, еще нет. Нормально. Дима, ой, да, Дима. Если что, беги в Дюнкерк. На корабле беги. Не думай, просто беги. Да из Италии, блин, хрен сбежишь вообще. Ну хотя Гибралтар со мной. А ты, не, а да, точно, ты же на Альпах стоишь. Ну короче, из Альпы беги сразу в Бордо, и из Бордо уже там беги дальше. Беги на север. Саша? Да. Ты беги, короче, в Дюнкерк, в Шербур, и, короче, тоже понял. Хех. А что вы обсуждаете, эвакуацию? Я могу сразу в Дувр. Это из-за 23 единства, что ли? Нет, их будет 33, но вообще, Витя, мне фатально не повезло, мне выпал какой-то блядский ивент минус 12 единства, и, короче, еще зайди за Францию, видишь, национальный дух, Матиньонские соглашения. Хорошее дело предложить. Вижу. Ты можешь вообще туда не приходить. И перезаткнись, пожалуйста. Вот, и Матиньонские соглашения, на их отмену, короче, должен выпасть ивент, который непонятно почему не выпал, и мне, короче, дают нацединство плюс 5%. Там либо я мне этот, получаете эти соглашения, да, мне пробуждает дух, либо я беру нацединство. Я как бы брал нацединство, у меня в итоге получалось 40. 40 это еще более-менее. Но вот 33 это, в смысле, Париж и ГГ. Угу. Да, фиговастенько, конечно. Вот это вот фиговастенько. Ну, Париж, по-моему, полтос там у тебя стоит, да? Полтос. Да, полтос Париж стоит. Националисты. Нет, нет. Тят, чувак, это военные очки. Это совершенно другое. Ну, да, 50 военных очков. Ну, получается. Ну, там надо будет смотреть. Это мы протестим, конечно, потом. Что будет, если они въедут в Париж. Но если буду сразу падать, да, короче, это... Ну, бегите, глупцы. Фалк, распредели войска, кстати. Пожалуйста, не строй очень активно промку во Франции. Вот. Чего, Дима? Распредели армию не по линии обороны, а, ну, ручками, короче. Все правильно, господи, потом ее буду распределять, пока просто чтоб стояло. Ну, как скажешь. Какая разница, все равно будут одни и те же дивизии, все. Индус, смотри, там пробка французская в Индии, я туда послал 5 пехотки, 5 касок, вот, они там будут делать в случае непредвиденных обстоятельств. Самые героические каски, да? Да, юарские каски. Британец уже распределяет силы. Японец героически преодолевая сопротивление, идет в бой. Пока на кто-то сидит. Что? Наде кто-то есть. На ком? На Наде. Нет. Пауэт? Это я их двигаю, да. Ну да, коня туда послал, пусть будут. 2,5% на шанс подкрепления, и эта машинка заходит в битву через 4 часа. Класс. Слушай, японцу и так тяжело, успокойся. Нет, эта игра опять надо мной издевается. С тобой издеваются все игры, парадоксы. Там каждый час, по-моему, 2%, нет? Ну и так. Она входит за 4 часа. Посчитать, какая вероятность на это. Очень жаба. Это нормально. Жаба, это
А что там за UR-то сейчас? Ой, господи, за Рюка это там последнее, да, такое финальное прохождение. Просто я смотрю, там уже серии по 20 минут, прям все так серьезно. Да, да. Это уже до победного, да? Угу. Если ты не сможешь, ты будешь ли стартовать? Карамель, котел на себе. Я думаю, к тому времени. 3, 2, 1. Котел на 3 дивизии. Ты думаешь, к тому времени выйдет Европа 5? Либо она, либо новый патч. Отлично. Нет, стоп, надо ударить. А не хочешь еще один котел сделать на одну дивизию, нет? Красавцы. Красавцы. Нет. Когда я послал, могли бы успеть сейчас. У кого сколько конвоев? Давайте так. 896. Лучше всего сейчас атаковать вообще по холмы дивизию, которая хочет котел разорвать, потому что мы уже не успеваем. Ну, скажем так, у меня самое большое количество конвоев в Европе. Ну, Фал, если ты видишь какое-то вот как бы, ну, правильное сколько решение, то ты сразу его завезу. 401. Четко. В Германии, думаешь, меньше? Думаю, да. Кстати, давить. Смотри, сколько, пожалуйста, конвоев в Германии. Ребят, где гражданка? Испания не франкийская, но... 160. Должна уже давно сделать гражданку. А наоборот... 200, точнее. 200? Ну ладно, я же говорю, у меня 400. Не, Дима, все круто наоборот, ты чё? Не, но... это круто, я ничего не говорю, но это немного смешно. Типа, очень долго не падает. Он, походу, коммунистов не поддержал. Так нет, там либо коммунистов, либо будет франкийская Испания называться. То есть он поддержал коммунистов 100%. Разве? Да. Там выбор либо поддержать коммунистов, либо... Как скажешь, Дима, тихо. Хорошо. Не злись, Дима, я знаю, как ты любишь. Надо бомбить, но вот ты успокоился, пожалуйста. Я не бомблю, я тебя... Да, ты главный тут вообще бомбящий. Ты главный бомбящий. Я? Нет. Вот Фал подтвердит. Да, собственно, нормально. Вот, видите? Просто наша любовь с Фалом, понимаешь, Дима, вот у нас с тобой нет такой любви. Вот с Фалом у нас есть такая особая любовь, которая как бы она выше твоего понимания. Мне на какую-то секунду показалось, что в Дюнкерке стоит японская дивизия. Мне, если честно, даже плохо стало на секунду. Не знаю почему. С надписью на Париж заради. Поплывали японца бедного. Ребят, сейчас мои танки приедут, и я тебя раскотлю. Стой в обороне просто. Хорошо. А что там за дивки? Машинки там в котле и что-то еще. А вот немцы, я только не вижу, где немец едет. А, вот вижу. Кстати, когда проучится сейчас это строительство 37-го, можешь вкачать легкие ПТО? Ну, ПТСАУ. ПТСАУ? Могу, в принципе, второго уровня, да. Ну, да, я понял. Веспрей мы просто называется. Делаем шаблон правильно, и наши легкие танки будут пробивать его средние. Так может тогда уж на легких танках сконцентрироваться? Поставить на производство? Ну, может, с пехот. Ну, блин, надо было со старта ставить. Сейчас просто пока он будет разгоняться, это производство. У тебя вот пехотка разогнана, а пусть она лучше и стоит. Япония уверенно давит. Делайте ставки, сумеет ли освободить дивизии Япония из этого котла. Ну, правда, конечно, кто же эти дивизии давит, никто. Чуть-чуть Китай коцает их. Вообще, но... Испания какая-то странная. Что это за фигня? До сих пор нету тона через месяц, тона через больше. Ну, у меня там где один раз в середине 37-го было, помню. Ну вот тут сейчас то же самое, скорее всего. Эх, обидно, Австрия дальше промышленность не качает. Подожди, она начнет. Да.
А у меня Балканы качают все. И Турция качает. О, Югославия качает. Стоп, а чего у Югославии быстрее фокусы? Албания не качает, ха-ха. А, там есть фокус на 35 дней. Договор о дружбе с Италией. Дружи с ней. Она мне потом скидочку даст на... Так, ну, раскатлили. Ну там 5% гражданской промышленности. Вау. Как она называется? Что-то на 2 месяца. Так, все, Железная гвардия, военная экономика. Япония, у тебя... На востоке дыра во фронту, там где это червячок китайский и танки советские. Ну что будете капать? Да рано еще. Ну я смотрю, у него уже едет в столицу машинка. А, этого не хватит. В прошлый раз так же было. Сейчас куда он танком? Я только пригоню свои танки, а он сразу уводит свои танки. Как так? Я даже поставил так, чтобы первыми пазиками сражаться. Так, пехотка. Может уже артиллерию поставить, что ли? В смысле? Следовать? Нет, я имею в виду поставить артиллерию в пехоту. Нет, пока рано. Тебе нафиг сейчас в пехоте арта не нужна. Ты будешь давить танками, а не пехотой. У тебя будет румынский спецназ на это, что пехотой давить. Так, у французов тут тренируются войска, лошадки. А если я сломаю верфи, там военные заводы построю? Ну зачем? Ну, там инфраструктуру просто получше. Ну и что? Ну, верфи как бы тоже нужны. Это румын, кстати. Следующего теоретика промышленный концерн был, короче. Ладно, возьму конвой и построю, что ли. Слышишь? Нет. Что? Японская война в полном разгаре. 100 на 272 да. тысячи, но это не главное. Самое главное, что Япония просто так тонет в опыте. В то же самое время за счет ленд-лиза... Вначале нужно было брать свободную, потом брать... свое возьмут и остальные части. Капитана, потом брать этого Бормана. В конце 37-го договор, я так понимаю, будет. Купить у Германии, пожалуйста, сталь. Кстати, я нельзя просто взять и купить там по правилам. Ну, типа, в излишек себе. Ну, кому нужна? Хорошо, друзья, в следующей серии мы, наверное, будем лицезреть окончание китайско-японского противостояния, победу Японии над Китаем. Но зато узнаем, какой ценой. Ну и будем продолжать следить за подготовкой. Нет, я смотрю, не покупаю. Каждый делает свою часть. Великобритания свою часть, Франция свою часть, Соединенные Штаты свою часть, Советский Союз свою часть. Нефть, а у тебя в базе итальянскую.